Кризис с мигрантами продолжается обостряться. В Словении полиция применяет против беженцев перечный газ, а Будапешт обвиняет Загреб в нарушении международных норм. Всему виной поезд с мигрантами. По данным агентства Рейтер, на территории Венгрии было разоружено 40 хорватских полицейских, которые сопровождали состав, и арестован машинист. Между тем, тысячные толпы тех, кто застрял в конце недели на территории Хорватии, сегодня утром снова попытались продвинуться дальше на север, несмотря на все попытки Словении и Венгрии сдержать людской поток. Причем из-за ужесточения контроля на железных дорогах многие мигранты теперь выбирают непривычные маршруты, а идут границам через поля. Кризис поставил под вопрос и будущее Шенгенской зоны. Так, в начале этой недели Германия, Австрия и Словакия ввели контроль на ряде участков своих границ.